Ребят, разбили стекло, елки-палки, а. Ну, это же было так, а. Хорошо еще, да. Внутренняя сторона жива осталась. Жуков гараж уже освоил замену стекол. Они уже знают, как что делать. Где брать их. Вот и посмотрим, как они меняют стекла. Спасибо, что ты досмотрел наше видео до конца. Если понравилось, ставь лайк. Также мы хотели бы тебе порекомендовать следующие ролики. Вот это для тебя подобрал YouTube. Вот это наш самый последний новый ролик. И вот это мы рекомендовали бы тебе посмотреть сами. Если ты еще не подписан, обязательно подпишись вот здесь, нажми на кружок. Спасибо. Пока.